31 июля в картинной галерее «Виктор Иванов и земля Рязанская» состоялась презентация персональной выставки московского художника Александра Коцалапа. На ней представлено 25 работ начала 2000-х из серии «Нуминарт», что переводится с греческого как «поиск посредством искусства». Выставка называется «Нуминарт», «Нуминальное искусство», так еще. Термин, который художник, честно говоря, сам придумал, пребывая вот в философских поисках основ искусства, каких-то вот новых возможностей самовыражения. Основной прием в работе Александра Коцалапа заключается в первоначальном хаотичном нанесении на холст или бумагу цветных линий пятен. Сам Александр признается, что в его работах пересекаются восточные мотивы и сюжеты древнегреческой мифологии. Какие-то делал случайные такие пятна цветовые, и потом уже искал образ. И вот это все, весь процесс, он как-то мне помогал сразу размышлять о каких-то совершенно разных вещах. Но образ появлялся спонтанно. Наверное, вот это как бы и привлекает творческих людей, вот это именно такие всплески каких-то эмоциональных, таких духовных состояний. Выставку «Нуминарт» Александр Коцалапа можно будет увидеть в галерее «Виктор Иванов и земля Рязанская». Она продолжит свою работу до 24 августа. Максим Яковлев, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».